В этом есть нечто пугающее. Привет, я Мейсон Кэппл. Вы не видели мою даму, царицу ночи? Очень мило. А как это? Чудесно, то, что надо. Посетители клуба будут в восторге. Тебе не угодишь, Мейсон. Давай попробуем. Как насчет... Например, это неплохо, неплохо. Цвет тебе идет. Не похоже на комплимент. Банни, послушай пульс. Я только что пережила сильнейший шок. Как бы не пришлось скорую вызывать. Мейсон, к телефону. Что с твоим пульсом? Ничего, просто я вспомнила, что он у меня есть. Алло? Ты один? Не совсем. А в чем дело? Я о банкете в клубе. Саша ведь будет там? Судя по всему, да. Значит, это прекрасная возможность продемонстрировать ей наши чувства. Ты согласен? Я хочу сказать, мы могли бы... Полностью согласен. Но ты уверена, что хочешь этого? Да. Устраивать сцены ревности при всех — мое любимое занятие. Только не забудь дать для этого повод. Можешь не сомневаться. И, пожалуйста, не переусердствуй. Постарайся поделикатнее. А разве я могу иначе? У меня все. Пока. Спасибо. Кто это был? А ты как думаешь? Не знаю, но он заставил тебя улыбаться. Это был Джефф Уорфилд из Лондона. Уорфилд Рекордс. Он хочет послушать твои записи. Подходящий повод для улыбки. Привет. Весь город говорит только о тебе. И о тебе. Моего имени в газетах нет. Это пока. Ты бываешь в таких местах, где споры между посетителями улаживает полиция. Как ты думаешь, сколько потребуется времени, чтобы тебя обвинили в нарушении общественного порядка? Когда начинаются съемки? Как только Стивен определится с актерами. Значит, мы совсем перестанем видеться. Ты сейчас предпочитаешь не встречаться. Я не в восторге от того, что все меня учат. Папа говорит только о том, что я должна и что не должна. Не хочу слышать от тебя то же самое. Пусть так. Ответь только на один вопрос. Ты будешь сегодня в клубе? Да, а что? Твоя сестра и Круз тоже должны быть там. И если ты не уверена в себе, придумай другое развлечение на вечер. Неприятно видеть, как ты набрасываешься на свою сестру, особенно в присутствии посторонних. Си-си, я настоящий слон, такое не сбывается. Вы отразили лучший мой удар. Воспоминания об этом... Перестаньте, мне до сих пор зубы болят после третьего периода. Как самочувствие? Прекрасно, спасибо. Вашу клюшку? Спасибо. Надеюсь, за обедом вы будете более цивилизованы. Соберется вся моя семья. Я обязательно расскажу им, какой вы кровожадный. Для них это не новость, они слишком хорошо меня знают. До встречи, пока. Пока. Неплохо, неплохо. Член клуба, без году неделя, а уже обедаете за столом Кэппелов. Неплохо. Вы будете вечером, Мэтт? Смеетесь, тренеров не приглашают. Им не положено общаться с членами клуба. Сами понимаете. Тот, кто это придумал, много теряет. Но мы исправим положение. Будьте моим гостем. Вы не должны. Я думал, вы хотите оставить след в этой игре. Хочу, но я говорил об игре, а не о том, чтобы стоять посреди зала с бокалом в руке. Общение с членами клуба необходимо. Только представьте, каких красавиц можно здесь встретить. Надеюсь, я вас заинтересовал. Еще бы. Но, к сожалению, я не очень люблю банкеты и светские беседы. Сегодня в клубе светских бесед не будет. Все гости помешаны на лошадях и на игроках. Сможете поговорить про сегодняшнюю схватку? Или про новую клюшку ручной работы? Что? Ну, вы знаете, о чем я. Это подарок. И вам не терпится его продемонстрировать. Это же ваша клюшка. Была моя. Я не могу принять ее. Не спорьте. Иначе я возьму назад свое обещание научить вас всем премудростям пола. Спасибо. И за приглашение тоже. Увидимся вечером. Дерек?
Привет. Папа говорил, вы сегодня играете, матч уже закончился. Да, вы опоздали. Как обидно. Вам может быть, а вот мне нет. Мы так давно не виделись и, наконец, встретились. Давай отдохнем, а потом потащим наверх. У меня руки отваливаются. Уже жалеешь, да? Жалеешь, что разрешила мне вернуться? Нет, мама, ты ошибаешься. На этот раз все будет иначе. Ты будешь помогать мне, а не мешать. Привет! Мама сказала, что ты вернешься. Я очень рада. Ну, просто счастлива. Я так соскучилась. Никто не хотел смотреть со мной музыкальные передачи. Через 5 минут горячая двадцатка. Идешь? Конечно. Но сначала надо разобрать вещи и приготовить себе коктейль. А потом уже будем веселиться. Что тебе приготовить? Я сделаю. Немного виски. Мама! Не надо, дорогой, я сама. А ты пока иди включи телевизор. И обязательно позови меня, когда будут металлисты. Мама, как ты можешь слушать эту музыку? А кто ее слушает? Мне костюмы нравятся. Немножко кожи, несколько заклепок, а выглядит потрясающе. Никогда ничего подобного не видела. Привет. Привет, ма. Очень мило с твоей стороны, Мэг, после того, как мы сами все перетащили. Извини, что не названивал каждые 5 минут. У меня работа. Как тебе живется в клубе? Лошади не обижают? Пока нет. А значит, там мне лучше, чем здесь. Я слышала, у вас сегодня прием. Обед с танцами. В газете писали. Да. Ты знаешь, как я ненавижу Кэсси Баркрофт. Это она во всем виновата. Когда я вышла за Сиси, она вычеркнула нас из списка приглашенных на Рождество. А потом пригласила его одного и на правах старого друга принялась объяснять, какую он совершил ошибку, женившись на мне. Боюсь, это меняет мои планы. Какие планы? Я хотел пригласить тебя. На прием? Ты получил приглашение? Дерек Гриффин теперь член клуба. Он меня и пригласил. А я хотел взять с собой Джину. Она так любит наряжаться. Ну, раз у тебя проблемы с этой... Как ее... Мама! Ты отказываешься? Посоветуй, что надеть. Я обязательно пойду. Мама, уверяю тебя, никаких сцен не будет. Боже, меня упаси причинить Идам неприятности. Я беспокоюсь не об Идане, а о тебе. С самого детства ты была ужасно упрямая. Никогда никого не слушала. И всегда поступала по-своему. Подожди, мама. Этот год я много работала. Сначала в Армонте, потом спасала Capital Enterprises и была вице-президентом у Роберта. Чтобы вы об этом не думали, на мне лежала огромная ответственность. И если мне захотелось как следует расслабиться, мне кажется, я имею на это право. Я это заслужила. Келли, если бы это было так, я бы слова не сказала. Ты имеешь полное право распоряжаться своей жизнью. Но ты злишься на свою сестру, и что бы она ни сделала, ты примешь диаметрально противоположное решение. Опять Иден. От нее зависит, как мне жить и что делать. Ты ненавидишь Иден за то, что ее любит Роберт. Есть нечто, чего ты не знаешь. Ты думаешь, это я испортила ту вечеринку у них дома? Я не виню Иден за то, что Роберт уехал. С какой стати? Она не сделала ничего, чтобы удержать его. Не сделала. А если бы и сделала, то извинилась бы перед тобой, и ты бы ее простила. Меня пугает другое, Келли. Ты ставишь Иден в вину сам факт ее существования. Но разве она виновата? Мне сказали, я пропустил потрясающий матч. Как дела, мистер Гриффин? Делик. Круз. Дорогая, ты нашла отца? К сожалению, нет. Когда я приехала, он уже ушел. Должно быть, дома отдыхает перед приемом. Он не был похож на человека, которому нужен отдых. Вот мы устали. Он буквально загонял нас. Надеюсь, вечером увидеть вас обоих. Да, мы обещали папе. Жду с нетерпением. Мне хотелось бы поговорить с вами.
Всего доброго. Пока. Пока. Что? Забавно. Он сказал, что хочет поговорить. Причем вполне серьезно. А ведь он не из тех, кто любит болтать. Да, когда я брала у него интервью, мне казалось, у меня полно материала. Но стоило начать работать, как 6 часов записи превратились в ничто. О других он говорит много, о себе ничего. Классический образец того, кто любит темнить. Такие действуют на женщин, как валерьянка на кошек. К твоему сведению, мне валерьянки вполне достаточно. Нет-нет, ты слишком хорошо меня знаешь. От тебя ничего не скроешь. И что же мне делать? Устроить 3-й медовый месяц? Как позвонить в твое турагентство? А как насчет романтической прогулки по пляжу? Папина лошадь там, мы можем одолжить ее. Согласен. Но только если лошадь выдержит нас обоих. Мне почему-то не хочется отпускать тебя. Я перехватил мяч, летевший из-за спины, и... Ты забил победный гол. Нет, мы еще проигрывали 3 очка, но так я не играл с тех пор, когда мне было 25. Обожаю эту игру. Когда мы познакомились, ты думал только о Поле. Да, и это продолжалось довольно долго. Я помню, когда Ченнинг был подростком, а Келли совсем маленькая. Мы часто приходили утром на поле, встречали там рассвет. Потрясающе. Меня с вами не было. Да, а я старался сохранить семью, когда тебя не было с нами. Келли была еще слишком мала, чтобы играть. Она стояла на краю поля и всех подбадривала. Так забавно. Они с Эрис были очень близки. Они были неразлучны. Да. Дорогая, не помирятся. Нельзя же вечно быть в ссоре. Знаю, мне удалось добиться обещания, что на приеме не будет никаких сцен. Кстати, нам не пора собираться? Да. Тебя будет сопровождать мистер кинематограф? К сожалению, нет. Он в Лос-Анджелесе встречается с продюсерами. Какая жалость! Я знала, что это известие разобьет тебе сердце. Конечно, значит, придется подыскать кого-то другого. Вот список гостей. Может, подберу достойного кандидата? Дай сюда! И не подумаю. Что это? Что? Что это? Мейсон будет с Сашей? Что он себе позволяет? Совсем с ума сошел. Столько народу, какая жестокость. Хорошо, если вы что-то задумали. Я хочу знать, что именно. Да? Спроси Мейсона, я-то здесь при чем? Я так и знал. Что ты знал? Этот цвет. Я запомнил его с первой нашей встречи. О чем ты? Сейчас я чувствую то же, что и тогда. Мейсон, над кем ты смеешься? И главное, зачем? А тебе не приходит в голову, что я в восторге? Я думал, это уже невозможно, но я ошибался. Ты потрясающе выглядишь. Заткнись, Мейсон. Иначе придется тебя поблагодарить, а это испортит мне настроение. Даже если это всего лишь минутная слабость, почему бы не получить от нее максимум удовольствия? Просто сногсшибательно. Спасибо. Правда здорово. Мама, улыбнись. Нет, подожди, сними их вместе. Джина, встань с братом. Мама, пожалуйста. Нет, у нее нет букета, и нас не ждет лимузин, в котором еще 4 пары. Знаю, но вы мои дети, и сейчас вы похожи на кинозвезд. Я так горжусь вами, что плакать хочется. Пожалуй, лучше согласиться, пока она не притворила свою угрозу в жизнь. Дорогая, я хочу, чтобы ты кое-что пообещала. Если это Кэсси, или как там ее, скажет хоть слово, ты плюнешь ей в лицо. Чтобы никто не усомнился в моей утонченности. Пошли, Мэтт. Подождите, куда вы торопитесь? Дорогая, у тебя руки как лед. Ты что, волнуешься? Нет, с какой стати? Брэндон, иди сюда, сними нас втроем. Господи, мама. Здорово, правда? Может, сделаем рождественскую открытку?
Все, хватит. Поезжайте. Нам же некуда торопиться. Надо найти хорошую парковку. Ты же не хочешь оставить машину в нескольких кварталах от клуба и идти на каблуках? Нет. Пока, пока. Брэндон, не засиживайся допоздна. Веселитесь. Брэндон, иди посмотри телевизор. Передача про двадцатку уже закончилась. А уроки, уроки ты сделал? Давно. Филлис? Да, дорогой? Кто этот там все время машет? Он улыбается тебе? Этот. Один мой старый приятель. Давай, пригласим его в дом? Добрый вечер, мистер Гриффин. Добрый вечер. Могу я попросить об одолжении? Я буду сидеть за пятым столиком. За пятым? Не могли бы вы показать? Конечно. Пятый столик там. Спасибо. Выпей, дорогая. Тебе понадобятся силы, когда Мейсон появится под руку с этой потаскухой. Что же мне, по-твоему, делать? Оставаться дома всякий раз, когда есть шанс столкнуться с Мейсоном? Это называется трусостью. Нет, нет. Трусость — это не соглашаться на развод. Чего ты ждешь, Джулия? Забудь этого маньяка. Делай, что хочешь. Только не вздумай заговорить с ним сегодня. Лиши его этого удовольствия. Поразительно, как она ловит каждое мое слово. Это уже чересчур. Я думала, ваш роман окутан глубокой тайной. Рано или поздно все тайное становится явным, Джулия. Нам с Мейсоном нечего скрывать. Тебе, Саша, возможно, и нечего, но Мейсон... Демонстрировать высшему свету любовницу гангстера отвратительно. С каких пор на тебя производит впечатление комната, набитая деньгами? Саша воспитана лучше, чем большинство здесь присутствующих, включая тебя. Не хочешь выпить чего-нибудь? Привет. Я Мак Блейк, моя сестра Джина. Я видел вас, мистер Блейк, в конюшне. И, по-моему, вас нет в списке приглашенных. Меня в последнюю минуту пригласил один из новых членов клуба, Дерек Гриффин. Если хотите, я могу найти его, и он подтвердит мои слова. Или снимите у нас отпечатки пальцев. Уверена, до этого не дойдет. Никто не сомневается, что ты говоришь правду. Не так ли? Конечно. Прошу вас. Желаю приятного вечера. Благодарю. Видел? Тебе не пришлось долго ждать. Я сразу же произвела впечатление. Нужно найти Дерека, узнать, где мы сидим. Я оставлю тебя на полминуты. Подожди. Разумеется, это не самый страшный прием в моей жизни. Бывало и похолоднее. Не волнуйся. Не пропаду. Кто бы мог подумать? Именно тот, с кем у меня наилучшие отношения. Ты один, Мейсон? Нет, Саша пудрит свой носик. Саша? Ты серьезно? Я никогда не бываю серьезным, Джин. Это не относится к таким женщинам, как Саша или я.
Но должна признать, история с Сашей тянется довольно долго. Похоже, ты в ней что-то нашел. Судя по всему, твоего многообещающего женатого возлюбленного, о котором пишется газета, сегодня не ожидается. Не знаю. Он меня больше не интересует. Настолько здраво, что даже пугает. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на пустые хлопоты. Поговорим лучше о тебе. Знаешь, чего я желаю тебе, Мейсон? Чтобы в одно прекрасное утро ты проснулся и понял то, что поняла я. События не просто повторяются, они цепляются друг за друга. Неудивительно, что вы здесь. Вы говорили, что играете в поло. Это объясняет, почему я здесь, а вот ваше присутствие... Свёкор все еще приглашает меня, одному богу известно почему. Вы могли отказаться. Недавно кто-то говорил, что я должна почаще выбираться из дома, чтобы не завянуть окончательно. Не так ли? Это вам не угрожает, поверьте мне. Мейсон, добрый вечер. Я только что видел Мэка Блейка. Он искал вас. Могу я проводить вас в зал, Джулия? Не беспокойтесь. Если что-нибудь случится, я закричу. Обещаю. Прошу прощения. Ну и где же твоя дама? Восхищает окружающих своим остроумием и манерами? Извини, воспитание. Ты же сказал, Саша прекрасно воспитанна. Чуть не забыла. Джулия, ты же сама говорила, надо быть естественным. Извини, но мне не понравилось, как ты бросился на ее защиту прямо как пиранья. А как я еще могу убедить ее, что снова оказался во власти ее чар? Ты же знаешь, что за этим последует. Ревность овладевает тобой, и ты предстаешь во всей своей красе. Это бросит меня в Сашины объятия. Именно. Мне предстоит сыграть идиотку. Истеричку, которая напугает тебя. Не думаю, что это была хорошая идея. Но ты прав. Мы должны сделать так, чтобы все было правдоподобно. Не вздумай унижать меня на людях! А она в неплохой форме. Ты в порядке? Я сам виноват. Надо было сообразить, что не стоит заговаривать о разводе. Зачем же ты заговорил? Ты же не хочешь разводиться. Не хотел сначала. А заговорил, потому что ты меня заставила. Мы оба знаем это. Но когда она сказала, и то, как она сказала... Не люблю, когда мной командуют. Не думал, что Джулия может быть такой мстительной и мелочной. Она готова на все, лишь бы причинить мне боль. Ты узнал о брошенных женщинах даже больше, чем нужно. Ты права. Я действительно переборщил. Забудь об этом. Здесь никого нет. Если не считать 22-летнего сына Маркуса Ботфорда, которого выгнали из юридического колледжа за наркотики и мошенничество. Или что-то в этом роде. Разумеется, тебя бы это не остановило. Наркотики, мошенничество. Зато юрист, после того, как с тобой обошелся Итан Эшер. Августа, ты напрасно думаешь, что женщины пришли сюда только для того, чтобы отхватить себе ухажера. Прости, Джина, я забыла, что ты у нас образец нравственности. Не волнуйся, ты-то одна не останешься, не сомневаюсь. Не каждой женщине дано сначала выйти за прохвоста вроде Лайнела Локриджа, а потом за гангстера вроде Энтони Тоннелла. Ты у нас не слишком разборчива. А как насчет твоего послужного списка? Их светлость Кейт Симмонс — само совершенство. Не понимаю, что ты вдруг на меня набросилась. Я ведь не намерена с тобой соревноваться. В ближайшее время мне никто не нужен, так что путь свободен. Смотри, кто пришел. Неужели ты имеешь в виду на Сиси Кэппелла? Он недоступен, даже когда свободен. Где же твой кавалер? Ты сказала, что будешь не одна. Да, придется пойти его поискать. Могу я предложить вам вина, мисс Уэйн? Благодарю вас, вы очень любезны. Это честь для меня. Ты взял номерок? Нет, по-моему. А надо было? Прости. Я сдала пальто, и номерок должен быть у меня, я сейчас.
Я знал, что ты знакома с лошадьми, но понятия не имел, что ты играешь в поло. Если это вежливая форма вопроса, что ты здесь делаешь, можешь не волноваться. Я здесь на законных основаниях. Меня пригласила Келли. Ты работаешь или родители задержат? Сай, ему же всего 11. Я был немного старше, когда начал помогать Эдди Саута. Помнишь Эдди Саута, Фил? Да, да. А что он делал? Он торговал лотерейными билетами, дорогой. Тебе не пора спать. Помнишь, что сказала мама? Она просила не засиживаться. Ладно. Рад был познакомиться, мистер Агню. Спокойной ночи, милый. Пожалуйста, не говори маме, что ко мне приходил Сай. Ты же знаешь, она не любит незваных гостей. Не говори ей ничего, тем более, что он ненадолго. Хорошо? Ладно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Вот это дом. Здесь мы точно раздобудем денег. Тише, пожалуйста, тише. Я еще ни о чем с ней не говорила. Надо дождаться подходящего момента. У нас не так много времени, детка. Такие дела не любят ждать. А здесь золотое дно. Я знаю, но послушай меня. Надо дождаться подходящего момента. Я сразу же позвоню, хорошо? Ты не должен приходить сюда. Тем более так, как снег на голову. Договорились? Договорились. Я переехал в мотель Оквуд. Ужас. Я слышала, это настоящая дыра. Какая разница? Ты же не приглашаешь меня поселиться здесь? Что мне еще оставалось делать? Ладно, Саиди. Я позвоню. Хорошо, уходи. Выиграла 1000 баксов, и тебе меня не жаль. Ни капельки. Извини, но тебе пора. Я позвоню, обещаю. Пока. Пока, Сай. Что? Хочешь меня убить? Или проверяешь остроту своих ноготков? Прости. Я увидела ее. Кэсси Баркрофт. Я надеялась, она заболеет и не придет, но она здесь. Болтает с Кэпвеллами. Я думал, ты уже привыкла и не обращаешь на это внимания. Есть вещи, к которым невозможно привыкнуть. Моя мама родилась в Штатах, поэтому у меня двойное гражданство. Я не прошу нарушать ради меня правила. Просто помоги мне, и все. Мы же работали вместе. Разве ты не можешь поручиться за меня, как за коллегу? Конечно, могу. И был бы счастлив, но не думаю, что это поможет. Тебе все равно придется сдать экзамены. В полиции Санта-Барбары свои законы, и уверен, они отличаются от тех, что есть в Мексике. Так что... Почему бы тебе не позвонить Вику Босуэллу? Ты знаешь его? Да. Позвони ему, скажи, что говорила со мной. Он расскажет поподробнее. Но экзамены сдавать все равно придется. Боюсь, что да. Позвони ему, он точно знает. Привет, Ники. Привет. Мы с твоим мужем говорили о делах. Спасибо за совет, инспектор. Не за что. Я не хотела прогонять ее. Не терпится с гостями пообщаться. Может, и нам заняться тем? Да. Идем. То, что ты пришла не одна, еще не означает, что ты не должна общаться с другими. Это ведь прием. Нельзя провести весь вечер с кем-то одним. Нужно общаться с разными людьми. Привет, Дерек, как поживаете? Хочу познакомить вас со своей дочерью. Келли. Господи, пару секунд назад она была рядом. Вы ищете Келли? Не могу удержать ее около себя больше минуты. Есть она все равно захочет, так что придется сесть на место. Я бы на это не рассчитывал.
Извините. Привет. Привет. Ты Келли Кэппелл? Да. Гай Франклин. На террасе гораздо спокойнее, может, пойдем выпьем? Я хочу танцевать, Гай. И недвусмысленно даю это понять. Почему ты не сказал моему отцу, чтобы он не вмешивался? Отцу? Я видела, как вы разговаривали. Что он сказал тебе? Уведи дочку с танцплощадки и пара баксов твои? Слушай, ты давно в зеркало смотрелась. За то, чтобы побыть с тобой, платить не надо. А в тебе что-то есть, Гай. Принеси шампанского. Да. Почему ты не танцуешь? Келли, я лучше пойду. Почему? Ты же только пришла. Видишь ли, это не совсем то, к чему я привыкла. И потом, я недавно из больницы. Мне трудно веселиться всю ночь напролёт. Но все равно спасибо. Пока. Счастливо. Да, пока. Не похоже, что Ники здесь весело. Она никого не знает. Она знает тебя. Поэтому ушла. Не смогла примириться с тем, что мы вместе. Поскольку ничего другого не предвидится, пусть привыкает. Да. Что ты делаешь? Если тебе нужны доказательства моих чувств, придется уединиться. Что? Знаешь, когда я закрываю глаза... А ты не закрывай. Я читала про этого типа Слейда. Мне показалось, он полное ничтожество. У него были стоящие фильмы? Не понимаю, как ему удается находить деньги на всякую ерунду. Ну, работа продвигается по плану, так что у инвесторов не должно быть никаких сомнений. Нашел кого-нибудь, кто совершенно не разбирается в кино. Какого-нибудь простачка Джонни, которому легко заморочить голову. А откуда ты все знаешь про кинобизнес? Газеты читаю, как и остальные. Веселишься? Да. А ты? Я огорчена, что Нике пришлось уйти. Я хотела ее кое с кем познакомить. Для этого ты ее и пригласила? Чтобы познакомить с теми, с кем у нее нет ничего общего. Мы бы нашли себе кавалеров и неплохо провели время. Какая забота. Ты хочешь сказать, я здесь по другой причине? Скажи, ты пригласила бы ее, если бы не знала, что мы с Идом тоже будем? Прости, я не сообразила, что надо держать Ники от тебя подальше. Ты делаешь все, чтобы испортить Идом настроение. Разумеется, это не преступление, но это непорядочно. Ты винишь ее в том, что Роберт уехал? Но может, пора забыть об этом, а, Келли? Ты, наверное, привык видеть рядом с собой человека, для которого Роберт нечто вроде идола, но у меня есть занятие поинтересней. Не надо. Я слишком долго терпела. Все сейчас зависит от тебя, Келли. Прекрасно. Мне надо выплакаться, но не на твоем плече, Иден. Жаль. Я думала, нам есть что сказать друг другу. Что? Мы совершили ошибку из-за одного и того же мужчины. Я лучше других понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Но ты не хочешь говорить со мной. Разве ты можешь понять меня? Тебя он любил. А меня использовал. В каком-то смысле он и меня использовал. Он не был до конца честен со мной. Когда я поняла, что он вырвал меня из моей прежней жизни, мне стало стыдно. Он не тебя одну одурачил. Благодарю. Но когда тебя обожают, это не так уж и неприятно. Ты можешь позволить себе такую роскошь. Я ненавижу его за то, что он сделал. Он ни при чем. Он не сделал ничего плохого. Это началось давно.
Просто Роберт обнажил то... Прекратить. Я не верю. Знаю. Тебе все кажется, что мы еще дети. Ты оглядываешься назад и видишь маленькую девочку. Она старается походить на тебя, стрижется, как ты, примеряет твои платья. А когда я оглядываюсь назад, тебя уже нет рядом. Ты играешь в поло, едешь учиться в Европу. Я жду, что сейчас позвонят и позовут меня потанцевать. Но когда раздается звонок, спрашивают, дома ли Ильды? Келли, не пытайся выжать из меня слезу. У тебя было все. Ты бегала на свидания, у тебя были друзья, хобби. Можно подумать, ты только и делала, что сидела дома. Это было другое. Ты была старшей, и у тебя все было впервые. Когда меня выбрали старостой класса, это не имело никакого значения, потому что ты была старостой уже раз 10. Я не виню тебя в том, что ты родилась раньше. Не знаю, зачем я вообще заговорила об этом. Этого не изменишь, так что и говорить не о чем. Приятно видеть вас обеих такими спокойными в кои-то веки. Что ты сказала своей упрямице сестре, что она согласилась выслушать тебя? Это никому не удавалось. Папа, разве ты не понял? Иден всегда все удается. И ты знаешь это. Ну что ты, Келли? Иден, я ведь пошутил. Боюсь, Келли так не показалось. Мне тоже. Идем. Ты знаешь, что делать. Где ты была? Я волновался. Волновался? Ты надеялся, что я решила искупаться при луне и растворилась в океане. Потанцуй со мной, Саша. Что? Я люблю эту мелодию. Я отвезу тебя домой. Не сейчас, Августа. Как ты можешь стоять и смотреть на это вульгарное представление? Ты в своем уме, Джулия? Боюсь, что нет. Саша, извини, отец просил поговорить со старым другом семьи, я только что увидел его. Я сейчас. А пока потанцуй с отцом, нам есть о чем поговорить. Думаешь, она не вернется? Не знаю. Ты сделала все, что могла. Может, пора дать ей возможность самой уладить свои дела? Я люблю танцевать с тобой так же, как и заниматься кое-чем другим. Замолчи, давай танцевать. Ну что ж, давай. Извините. Куда ты? Куда? Куда? В постель. Убирайся. Ты забыла роль. Найди себе другую актрису. Что случилось? Я знаю, что хорошая игра может доставлять удовольствие, но в какой-то момент я поняла, что больше не могу. Когда я увидела, как вы танцуете, и представила, как вы танцевали Джулия. Раньше. Изображать ревность и обиду — это одно, а чувствовать их — совсем другое. Посмотри на меня. Джулия, посмотри на меня. Я не могу видеть твоих страданий, ведь виноват в них я. Если это так тяжело, мы придумаем что-нибудь другое, потому что ничто не стоит твоих слез.
Ничто, поверь мне. Иди сюда. Здравствуйте, Келли. Сегодня мы сидим за одним столом. Авторы сценария Бриджит Добсон, Джером Добсон. Режиссер Роберт Шиллер. Сериал «Санта-Барбара» подготовлен к показу российской государственной телекомпании «Русское видео» на технической базе киностудии «Ленфильм», Санкт-Петербург.